Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, сегодня у нас с вами 6 сентября. Обращаем ваше внимание, сегодня день будет беспокойный, довольно сложный. Много будет идти не по плану, поэтому именно в этот день возьмите немножечко соли в руки и скажите определенные слова. Эту практику вы можете провести в любое время, вне зависимости, когда вы сегодня просмотрели это видео. Таким образом, вы избавитесь от любого негатива, от зависти, от сплетен, от злости и откройтесь потоку изобилия. Как это правильно сделать? Далее все это видео. Как мы уже сказали ранее, сегодняшний день довольно сложный, беспокойный, и многие вещи будут идти не по плану, не так, как вы изначально планировали или хотели. Поэтому вам придется импровизировать, вам придется принимать решения на ходу. Между деловыми партнерами чаще обычного будут возникать разногласия, иногда настолько серьезные, что будут ставить под сомнение возможность дальнейшего сотрудничества. Сохранять спокойствие сегодня будет очень трудно, но очень важно это делать. Часто будет приходиться иметь дело с людьми, с которыми крайне трудно договориться, порой даже с близкими трудно будет поладить. Вы снова и снова вынуждены будете повторять одно и то же, проявлять, как говорится, чудеса терпения. Но как бы ни одолевало вас раздражение, не давайте ему воли. Пока вы будете держать эмоции под контролем, шансы достичь успеха будут намного выше. И только благодаря вашей деликатности конфликта вам удастся избежать. Даже если будет не все идти так, как вам будет желаться, хотеться, все равно шансы достичь успеха у вас очень высокие. Обращаем на это особое внимание. Постарайтесь в этот день без лишних волнений и переживаний отложить на потом дела, которые нельзя завершить сейчас, и переключиться на решение других задач. Сохраняйте спокойствие, даже если сегодня все будет против вас. Принимайте испытания и преодолевайте их. Истерики и паника не помогут вам в решении проблем. День будет довольно беспокойным, но вы останетесь довольны тем, как он сложится. И, используя наши подсказки, у вас пройдет все хорошо. События сегодняшнего дня заставят в какой-то степени вас поверить и в чудеса. Также в этот день появится много новых дел и задач, и понять, что действительно важно, а что нет, вам будет в этот день довольно сложно. Возможно, перед вами откроются новые перспективы. Скорее всего, вам сделают заманчивое предложение, к которому следует отнестись все-таки с осторожностью, потому что вероятен обман или неверная информация. Поэтому обязательно перепроверяйте, не верьте на слово. И очень осторожно относитесь сегодня к новым идеям и предложениям. И сегодня также у вас откроются новые возможности. Главное, чтобы вы их не упустили. А для этого вам нужно быть с холодной головой, рассматривать все возможности и делать определенные выводы. Старайтесь сегодня быстро учиться новому, перенимайте чужой опыт и расстаньтесь с заблуждениями, которые мешают вам двигаться вперед. Нужно бороться со своими слабостями. Да, это очень сложно, но вы должны понимать, что и когда вы сможете победить свои слабости, значит, чем быстрее вы начнете двигаться дальше. Начинайте кардинально менять что-то в своей жизни, но только в том случае, если вы точно знаете, к чему вы стремитесь и что вы не собираетесь отказаться от своих целей. Причем не обязательно сразу отказываться от всех старых привычек. Кроме того, сегодня у вас может появиться какой-то неожиданный соратник, который поможет вам заметно продвинуться на вашем карьерном пути. Держите ухо востро и не упустите тех перспективных возможностей, которые, возможно, будут открываться перед вами в этот день. Вы полны сейчас энергии и старайтесь каждую минуту провести с пользой. Попробуйте просто наслаждаться жизнью. Но как бы сложно ни было, постепенно позитивные тенденции уже ближе к вечеру будут набирать свою силу, и вы сможете использовать ее в своих интересах. Влияние позитива постепенно усиливается, и у вас появится возможность не только реализовать свои планы, но и добиться потрясающего успеха.
Сегодня ваша задача не спешить, чтобы ненароком не насмешить окружающих и спокойно заниматься реализацией своих планов. Жизненный потенциал постепенно повышается, и уже к вечеру вы будете чувствовать себя едва ли не бодрее, чем утром. Не бойтесь сегодня браться за какие-то принципиально новые дела. Сегодня во второй половине дня вам будет по силам любая работа. Своевременное проявление инициативы позволит вам добиться контроля над ситуацией. Также сегодня вероятны плодотворные переговоры и конструктивные дискуссии, а также встречи с потенциальными союзниками. Даже если все вокруг будут не согласны с вами, вы не будете провоцировать конфликт. Окружающие порой предъявляют к вам слишком высокие требования, и здесь вам приходится соответствовать уже им, если вы заинтересованы в развитии отношений. Старайтесь доводить до конца начатые дела, особенно если они требуют контактов с представителями государственных организаций. Вы сегодня должны действовать быстро, и это поможет вам одержать верх над соперниками. Вам удается понравиться людям, которых вы видите впервые, и найти язык с теми, с кем раньше не удавалось вам поладить. Вам пригодится опыт, полученный ранее. Прежде вы могли допустить ошибки, но сделали из них правильные выводы. Помните об этом, чтобы вновь не допустить промахов. Благоприятны сегодня финансовые перспективы. Если у вас есть некоторые проблемы по деньгам, срочно займитесь их решением, так как это не терпит отлагательств. Сегодня вполне реально небольшая прибыль в коммерческих операциях. Вполне вероятна и успешная коммерческая операция. Приятное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить нынешнее положение. Если вы сейчас занимаетесь торговлей или рекламой, сегодня сможете заметно преуспеть и получить даже хорошую прибыль. Если возникнет необходимость инвестировать деньги, то тщательно взвесьте все за и против. Сегодня лучше не совершать запланированные покупки, а также стоит внимательно отнестись к своим расходам. Вы настроены оптимистично, иногда даже слишком. Ошибкой будет думать, что все само собой сложится наилучшим образом. Вернее, другое, вам придется потрудиться. Успех всегда дается нелегко. Помните об этой аксиоме. Сегодня вечером вы сможете испытать на себе все прелести домашних проблем. Скандалы, конфликты с родственниками будут возникать на протяжении всего дня. Даже мирно начавшийся диалог способен будет превратиться в бурный спор. Все будут говорить, возможно, на повышенных тонах. Вам не всегда удается услышать и правильно понять даже близких вам людей. Если вы не желаете испортить отношения с родными, то в этот день вам лучше избегать бесед с ними. В общении сегодня с близкими людьми постарайтесь быть как можно снисходительнее и в то же время мягче. Друзья, по лунному календарю нас сегодня с вами ожидают 10 и 11 лунные сутки. А растущая луна сегодня у нас с вами в знаке зодиака Козерог. Обращаем ваше внимание, что сегодня возможны приятные новости о прибавке к ежемесячному доходу. Также налаживаются проекты. Сегодня также налаживаются проекты, которые связаны с сделанными ранее инвестициями в недвижимость. Друзья, также усилить свою энергетику вы сегодня можете с помощью одежды из натурального льна, которая повысит вашу работоспособность, улучшит настроение, а также поможет и защитит от любого негативного влияния извне. Также очень хорошо, если вы оденете сегодня защитные обереги, а придя домой вечером, уже примите контрастный душ. Также на протяжении всего дня общайтесь со своим ангелом-хранителем и просить его, чтобы он вам помог в осуществлении задуманного. Как мы сказали ранее, друзья, сегодня достаточно темный, мрачный и опасный день этого месяца. Поэтому в этот день проведите простую и эффективную практику. Это будет защита от любого негатива, от порчи и из глаза. Эту практику вы можете сегодня провести в любое время, когда вам будет это комфортно. А что мы делаем? При этом вы, друзья, можете провести ее на работе, главное, чтобы у вас была рядом соль, также и дома. Итак, берем немножечко соли в руку, буквально щепоточку, и говорим следующие слова: именем Бога себя защищаю, солью все очищаю, те, кто беды насылают, из моей жизни исчезают, ключ, замок, язык. И после этого бросаете соль вперед.
Эта практика сделана, и она вам поможет, друзья. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео будет полезно и интересно. Друзья, кто досмотрел до этого момента видео, вас ждет интересный подарок. Это карта Таро на 6 сентября. Для этого вам нужно в комментариях под этим видео написать следующую фразу: «Я могу для денег, деньги любят меня». Истинно, да будет так. После этого напишите ваше имя, число, месяц и год рождения. Обязательно число, месяц и год рождения. И в течение нескольких часов мы обязательно вам в комментариях под этим видео напишем, какая карта Таро выпала вам на этот день. А всех вам желаем благ, друзья. Услышимся с вами уже в следующем видео.